Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы проведем вам экскурсию по уникальному лагерю «Звездный». Этот лагерь находится в поселке Башарова. Также здесь находятся лагеря, такие как «Весна», «Строитель» и «Орленок». Сейчас же мы расскажем, чем наш лагерь отличается от других. Экскурсию вам проведут Соня и Арина. Пойдемте с нами! А вот это наша столовая. Здесь наша самая лучшая повара готовит нам завтрак, обед и ужин. А еще я вспомнила, что ходят слухи, что сюда приезжают учиться самые лучшие повара Испании, Франции и многих других стран Европы. Пойдемте дальше. Сейчас мы направляемся к нашему клубу, где проходят самые веселые дискотеки и мероприятия. Пойдемте за нами. А это наш клуб. Тут, кстати, тусуются самые лучшие звезды русской и зарубежной эстрады, такие как Бейонсе, Диана, Виагра, Кис и многие другие. А еще диджеем нашего клуба работает солист группы Рамштайн. Пока наш клуб закрыт, потому что там это вечернее мероприятие. Пойдемте дальше. Сейчас к нам присоединилась остальная группа. И сейчас мы продолжим нашу экскурсию. Только что эта группа была на мастер-классе от наших ведущих специалистов этого лагеря. Теперь мы продолжаем экскурсию в более полном составе. Эти корпуса были созданы искусными мастерами, и каждый из них вложил сюда частичку своего сердца. Эти самые корпуса намного лучше, чем многие пятизвездочные отели всего мира. Именно их предпочитают многие мировые звезды, когда приезжают к нам в лагерь. А именно в этом корпусе живет Риана. Дорогие друзья, обратите еще раз внимание на наши прекрасные корпуса. Вау! Какой прекрасный цветок! Какие красивые окна! Это что А сейчас мы возьмем интервью у одного из наших гостей. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Семен Евгеньевич, я известный биолог. Приехал в ваш лагерь для того, чтобы изучить уникальную природу. Вот такой экземпляр я нашел, а я отправлю его на изучение в биологический центр для исследования. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста.